Плохая ванга на комментаторе. Ну, в принципе, как в ставках, так и в комментировании. Открытие будет. Дисбаланс теряет голову. И сейчас Team Spirit получает мгновенную информацию, мгновенное понимание, то, что пока что Джапарина будет перетягиваться все ближе и ближе к точке А. Тем самым оставляет всего лишь одного Мэджикса по точке Б. Кстати, интересный выбор позиции, давно такого не идет. Дима, 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 куда, 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 зачем? Зачем изобретать велосипед? Нет. Ну для чего? Вот спокойно стояли, сейчас в результате релакса еще и Эйс может сделать. Насколько я помню, теперь же карта номер 2, и мы посмотрим, что у нас вкусненького оба здесь коллектива приготовили. Так, тапс, пока что на плейграунде. Оп, на танцполе, точнее, да, прошу прощения, релакса, кроссфайр, отличный релакса. Соло трипл кил нашел, Фредди Фрог включается, говорит, ты мне кусочек оставь. Одного забрал, второго не забрал, грустно. О, в результате нет, не сыграет, к сожалению, это все-таки будет, да. Это будет раунд для Team Spirit, должен, по крайней мере, быть. Да, DJL начинает также тыкать, все больше и больше тычек залетает, и DJL убивают. Горошинком настреливает, в результате 2 в 2. Да, 5 хелспоинтов у Чопера, SDY. Ну, более-менее, фулл хэпово, поработать все еще можно. Вот нету гранатного убивания вообще у Халапеньо. С пистолетом выпрыгивает. Чопер, конечно, падает, да, 1 на 1. Но у SDY есть теперь максимальное понимание и максимальная, не знаю, информация. Что еще? Ему все, что у него нужно, у него есть прямо сейчас. Бомба поставлена более-менее под него. У него есть хороший девайс, у него есть полный контроль карты. И, в принципе, должен быть шестой. Только если нет, ну вот. Да. Происходит такое иногда, дорогие друзья. Такое иногда происходит.